А впереди казахстанцев ждут долгие выходные. Сегодня стало известно, как мы будем отдыхать на новогодние праздники. Официально государственными праздничными днями считаются только 1 и 2 января. Но так как 2 число выпадает на субботу, казахстанцы отдохнут еще и в понедельник. Таким образом, граждане будут отдыхать 4 дня подряд. 5 января начнутся рабочие дни, но спустя 2 дня наступит выходной. 7 января – Рождество, официальный государственный праздник. Впрочем, впереди еще 2 государственных праздника. 1 декабря уже в ближайший вторник. Казахстанцы отдохнут в день первого президента. А с 16 по 17 мы будем праздновать День независимости нашей страны.